дома. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит подавать документы в суд онлайн. Речь идет о гражданских исках. Для этого планируют использовать государственную автоматизированную систему правосудия. Отправить документы онлайн можно будет из дома или из МФЦ. Вакцинация. В Пермский край в ближайшее время поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса – 12 тысяч комплектов. Об этом сообщила краевой министр здравоохранения Анастасия Крутень. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели. Ждут педагогов. В Прикамье вырос спрос на преподавателей разных дисциплин. Количество вакансий к концу августа увеличилось на 20% по сравнению с началом. Данные приводит ХХРУ. На сегодня в регионе открыто более 180 вакансий. Средняя заработная плата преподавателей в Прикамье – 33 тысячи рублей. Компенсация. Прикамцы, которые отапливают дома дровами, могут получить денежную компенсацию из федерального бюджета до 50% от суммы, потраченной на покупку и доставку дров. Для получения субсидии необходимо обратиться в территориальный отдел Центра социальных выплат. В Соликамске он находится по адресу Советская, 47. Дорожная сводка. За 7 месяцев текущего года на территории Прикамья по вине водителей, управлявших транспортными средствами, которые принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрировано 108 ДТП. 19 человек погибло, 169 получили травмы различной степени тяжести. В Соликамске за аналогичный период зафиксировано 4 таких ДТП, пострадало 11 человек.